Я рад приветствовать бегущих навстречу приключениям на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня у нас с вами важная миссия, а именно миссия по спасению планеты в игре под названием Iconoclast. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел поблагодарить Йоакима Санбега за предоставленный ключ к своей игре. Огромное тебе спасибо, я думаю, мы прекрасно проведем время. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем новую игру. Хочу попробовать на хард-моде. Опачки, что случилось? В окно посмотри. Мне нравится туалет, походу туалетная комната в виде, там картинка девочки, да, как будто это не наша квартира. Ну что ж, дорогие друзья, игра очень любопытная, это платформер. Выглядит очень приятно, вы знаете, меня даже очень сильно удивляет то, что игра-то ведь создавалась на протяжении 7 лет. И за этот период времени она ни капельки не устарела визуально, это очень круто. Йоаким Санберг делал эту игру очень долго. Но я думаю, что обычно такие проекты, которые долгосрочные, долго делаются, чаще всего получаются очень душевными, знаете, потому что так долго создавать подобное, ну, только должен там сердце, стук и сила духа, наверное, помогать создавать. Вот смотрите, мы что-то даже уже успели найти. Импровиум какой-то. Иначе сдаешься на середине пути. А так нет. Так, это... Воу-воу-воу, жижа, не бегай за мной. Не-не-не. Так, мы хоть туда идем-то? Мы вроде как бы идем туда. Удерживай, чтобы сильнее стрелять. Отлично. Ух ты, это что такое? Это я, может, могу нажать? Сундук. О, есть тоже могу, смотри, шмальнуть. А тут что? Неужто нычка? Она самая. Металлиум. Это, походу, какие-то материалы мы, возможно, сможем крафтить. А наша девушка-механик, зовут ее Робин. Она очень много, видимо, шарит в механике, очень сильно. О, это ключ! Так это ключ был! Ха-ха-ха, так это был ключ! Я бы не понял вообще никогда в жизни бы, что это был ключ. Реально. Я думал, это просто какая-то стойка, она нас куда-то подымет. Так, да туда, походу, эту штуку я схватить вообще не могу. Оп. Тут ничего. Что у вас в этом доме? Что-то загорелось, что? Воу. Мы куда-то упали. Ох, что это происходит? О, это железяка здоровенная. С глазом. О, босс файт так быстро. Ты меня не пугаешь, босс. Нам показывают, смотрите, куда он будет, откуда он будет падать. Держи по своим железным шарам. Успели шмальнуть. Мне кажется, надо усиленной атакой ему жахнуть. Как следует, чтобы он знал. Давай. Не. А, ну там же перезарядка идет. Не, так невыгодно, мне кажется. Лучше за мелкими выстрелами. Хе-хе-хе. Шипастое нечто. Сможешь ли ты противостоять моей мощи? Вау. О, с ним что-то явно не так. Вау, вау, ой, ой, поаккуратней, поаккуратней. Не раскидывай свои головешки.
огненные. А жутко, смотри-ка. Воу-воу-воу, нет-нет-нет, не попадай. Не попадай больше. Давай без насилия. Мы победили. Ну что теперь скажешь, железка? Какие-то перья, смотри, снизу. Это точно механизм. Откуда у него перья? Сохранялка выглядит, конечно, шикарно. Да, поражает игра. Лично мне всегда такие проекты нравились. Насколько... Вроде бы пикселяво выглядит игра, да, но при этом насколько она выглядит душевно, как-то красочно, красиво. О, хилочка, отлично. Так, мы можем ползать. Кто там? Вот что значит... Графика не важна, как говорится. О, там нычка. Я же чувствую, что там нычка, ну. Ха-ха, нет. Воу, смотрите, картинка какая-то, да? Но это видно, что здесь рука. Рука какие-то крылья, что ли? Странная часть. Часть чего-то, что-то, что застряло в земле. А это мы обратно вернули? Мы обратно вернули. Бегает она чудно вообще. Так, а это что такое? А, это прогресс сохранить. Так, ну давай сохраним, что. Отлично. Вау, это кто так? О, да, она здесь. Я агент Блэк, а это мой напарник, агент Уайт. Какие-то расисты, по-моему, вообще. Какие-то жуткие расисты собрались. Так, смотрите, это какой-то наш... Это наш профайл, это наши данные. Они, походу, откуда-то все про нас знают. Нам 17 лет, зовут Робин. Живем одни, видимо, в доме. Нет присвоенного занятия. Получается, типа, как бы, видимо, назначенного. Ну, безработные. Вот, вот что, на что, во что они нас ставят. Да ни во что. Дочь Порло, механик концерна, который умер 2 месяца назад. Которая, наверное, умерла, это мать, да, наверное, была. А может быть, нет, может, отец. Порло, вполне возможно. Оставив свою дочь в одиночестве. Звучит очень как-то... Печально, что ли, помимо всего. Еще эти чуваки приехали, наехали на нас. Мы что им вообще сделали? Ну, это твоя жизненная история. Пришло время устраиваться на работу. А ты не суй свой нос, чужой вопрос, ё-моё. Приехал тут в мой дом, в моем кресле еще сидит. Что за хамы вообще? Девушке надо предложить присесть. Может, она с работы пришла, с другой какой-то, устала сильно. Слухи распространяются по воздуху. Они говорят, что дочь механика может забрать ключ. Ну, или, наверное, иметь ключ. Видимо, какой-то очень важный ключ. Может ли быть правда в этом? Самое ужасное обвинение. Вроде! Да я ее слово-то не сказала, вот что за ё-моё? Она же даже слово не успела вымолвить. Моя голова. О, прекрати орать, ты-то псих. Типа, я пока... Знаете, это как злой хороший коп, я понял, да, система. Мы все знаем про это, мы в фильмах видели. Сейчас начнется, а сейчас меня обвинять, кидаться, то скажут, я пока придержу его. Но ты должен нам помочь, мне должен помочь, Билли. Я же ради тебя готов душу отдать. Ну, во всяком случае, в сообщении о смерти Поро говорится, что он умер от несчастного случая. Какие-то подозрительные ребята... Ну, активы могут быть заменены. Может быть, имеется в виду, что типа информация может быть типа лживая. Он, может, на это намекает, мол. Можно что-то переврать, факты. Вопрос в том, что можно передать ее маленькой любимице. И что она может с этим поделать. Они, походу, им этот ключ очень сильно нужен.
Надо потом у папки-то на могиле пошарить. Возможно, она бегала, устраняя по деревням. Бегала по деревням, устраняя различные неполадки бедных людей. Как маленькая героиня-мастерица. Ну, помогала людям, наверное, благородной. В этом поселении было много наказанных. Ну или что-то в этом духе. Не могли бы вы сказать, что может быть частью причины? Что самое интересное, ну это, видимо, какой-то определенный местный сленг, да, вот это вот. Лоля! Да она слова не сказала, ты чё орёшь-то на неё постоянно? Чё они срываются на мне? Так или иначе, частная практика – это грех. И частному механику, которому грозит худший грех, или стать худшим грешником, нужно наказывать. Смотрите, получается, у них здесь нельзя просто так, да, типа, просто заниматься каким-то делом. Ты должен иметь, видимо, какие-то разрешения, иначе тебя просто накажут. Он всемогущий, не любящий секреты, а топливо и слоновые кости не должны касаться ненадлежащих рук механика. Если бы мы все просто выбрали наши профессии, в этом мире ничего бы не получилось. Милая, он просто хочет равновесия. Ха-ха, разговоры какие, да? Ему нравится по-любому вот это вот издеваться над людьми. По-любому, доставить массу удовольствия, вот это принижение. Но мы не нашли инструментов вокруг этого дома. И вы, похоже, несете этот крошечный... оправдывающий, что ли, пистолет. Ну, видимо, оглушающий пистолет. Ну, или что-то в этом духе. Я понимаю. Станган, да? Я не в настроении охотиться за контрабандой, но поселение 17 в последнее время нуждается в гораздо меньшем ремонте. Ну, то есть они явно намекают, что она чинит потихонечку, подчинивает там что-то, делает. И они, естественно, обвиняют нас, так как она дочь механика, значит, у нее, возможно, есть какие-то на той силы, да? Круто, кто-то крутит какие-то орехи. Я не знаю, а чё? Вы выкручиваете мне мои орехи. Подожди, заткнись. А что он сказал? Ну что-то, видимо, грубое, да, и на нее ляпнуло. По-любому, да? Произошло нечто крупное, его заметили. Пошли, белый! Пошли, белый! Нам нужно будет оставить маленькую Робин возле своих устройств в течение часа. Будем надеяться, что она терпеливо будет нас ждать. Ну или будет ждать здесь. У нее все еще есть свидание с судьбой. Я слежу, мол, за тобой. Конченые упыри вообще. Ха-ха, у меня здесь нычка, да? А вот и ключ. Вообще какая-то страна опасная, но мир опасный. Какой-то диктатурин! Шнайне, шнайне! Вот ощущения, какие у меня были. У меня есть ключ. Откручу я вам ваши орехи при следующей встрече. Чтобы вы тут не устраивали мне. Пришли в дом, натоптали свиньи проклятые, хотя ботинки бы вытерли. Ходит не пойми где. Так, давайте вот это сохраним. Тут вот беседу утомительную. Как будто я реально на допросе в гестапо. Так, и мы теперь... А, мы вот что можем делать, да? Мы можем крутить. Может, эту штуку теперь... Воу! Вау, 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 ну-ка. Потом, погодь. А как это сделать? Как я это сделал? Почему она сейчас этого не... А, во. У-ху, класс. Ну-ка, здесь что? О, а тут сундук. О, и еще какой-то определенный, видимо, ингредиентус. Блин, круто, слушайте, у нас есть ключ. Я видел где-то еще такие штуки. По-моему, там что-то было. Вы не помните?
Тут было что-то подобное? Давайте пробежимся, посмотрим. Воу-воу-воу! Беги от него, он псих! Нет! Теперь их два психа! Так, давайте посмотрим. Здесь, по-моему, просто, да, обычная была, мы здесь никак бы не выбрались, да. Я думал, мало ли, знаете, вдруг где-то здесь нычка какая-нибудь приныкана. Всякое же может быть. Я думаю, что... А, было, возле ключа было. Где мы с вами ключ и замок. Я вот помню точно, где-то мы видели это. Где ключ и замок мы нашли. И, ну, то есть этот сундук закрытый. Там как раз была нычечка. А тут что? Какое-то странное место. Для чего оно? Ну, наверное, потом, может быть, что-то там появится. Может, мы летать сможем. Все-таки механик, сделаем себе какой-нибудь параплан. Ууу, сердечко. Так. Ты мне тут не мешайся. В другую сторону. Валяют. Молодец. Так, вот тут я помню был. Во-во-во, точно. Вот он. Ну-ка. Воу! Так, тихо. А, смотри-ка, он какой подлый. В него что-то... Я тебя ключом отоварю. Мне кажется, что... Не, я что-то должен сделать, по-любому. Может быть, я что-то еще пока не могу просто? Ну, наверное. Я хотел бы ключом их отдубасить. Ну ладно, потом сюда придем. Походу, пока я еще просто не могу. А мне нравится летать на ключе. Это прикольно. Да блин, зараза, я думал, успею проскочить. И в пень. Так, давайте-то нам будем выбираться. Там вроде как бы справа еще дорога какая-то была. Может быть, мы там сможем пройти? Ура, бежим. Бегать она чудно. Так руками размахивает. Разломать. Так, вот здесь, да, смотрите. А, я могу это крутить? И что? Что? Тихо. А, во как. Хо-хо-хо. А нам тут и говорят как. Если бы я не пропускал, то я бы, наверное, узнал бы, про что они нам говорят. Во время проверок дороги могут быть закрыты. Ни при каких обстоятельствах гражданин не пытайся открыть дороги с помощью незаконных инструментов. Мы, видимо, ответственный гражданин. Ну или не очень. Так, а это что такое, интересно? Так. Воу, я могу прыгать и вниз, да, типа удар. Воу, а что ж мне раньше про это не сказали? Давай. Так, подожди, нет, вот так и вот так. А так этого тоже так, наверное, можно подбить. Вот этого здоровяка. Так, тут что? Да-да-да, вот этого здоровяка прям. Потом на нем прыгать. Получил, рожа. Это я могу сломать? Нет. Откроем. Теперь мне захотелось сюда вернуться обратно и убить этих чуваков, которых я пытался задубасить. Так. Что нам тут? А, типа, крути и отбивай. Ага. Но он будет падать? Типа, я могу их просто сбивать. Я просто думал, что, может быть, он будет падать. Это специальная хитрость, чтобы я... Оу. Так, подожди, а как мне туда надо успеть сделать? Бежим! Ключом! Папиным, дорогим!
Классно вообще. Не, ну механика обалденная. Так. Так это не то. А, вон какая хитрость. А как же я потом оттуда вылезу? Так, подожди. Жижа. Жижа не по... Смотри, как долго держится. Мы там тогда накрутили, оно до сих пор стоит. Там нычки нет? Не, подходи. Ключом тебя отоварю. Получил? Удар! О, тихо-тихо. Жижа-жижа. Хе-хе-хе. Вы ничто по сравнению с моей силой и силой моего ключа. Бежим. Пока сила ключа не отказала. А возможно, она и больше не откажет, да? Такое же могло быть, да, похоже. Похоже, могло. Так, нам наверх или можно пойти? Ну, какой-то замок. Давайте направо сходим. Ага, и тут тоже. Ну, все понял. Нам нужен этот замок. Срочно. Возможно, надо даже его починить. Смотри-ка. А зачем замок-то? Может, его просто надо нажать куда-то? Вау! Олень! Ты-то откуда, пес? У него был ключ, прикинь. Ха-ха! Кто ж знал-то это? Олень, откуда не возьмись, ты видал? Не, что-то надо сделать, явно. Так, я ни на чем... Я нажимаю, пока... Это не работает. Ничего не работает. А если удерживать? Не, бесполезно. Короче говоря, походу нам нужны какие-то суперспособности, чтобы мы могли кататься. Пока я могу только ползать. И нам потом, наверное, об этом сообщат. Так, пойдемте вниз сходим. Вау, жижа! Жижа, тварь! Иди отсюда. Нет! Нет, от жижи надо убегать. Я не могу ее убить. Тихо! Тихо! Почему ты падаешь и стреляешь в другую сторону? О, смотри-ка, я тоже я и жижу могу, опять олень спрятался. Глупый олень. А я не могу его так ударить, да? Фига, у него там коронники, ты видал? Ты видал его коронники, эти... Опасные. Так, подожди. Как мне до туда допрыгнуть? Не могу. Походу, олень мне был нужен, чтобы от него отпрыгнуть. От брюха от его. Да, точно. Он, наверное, ударился бы головой. Блин, нет, олень! А если я сюда зайду? Типа двойное перекрытие спасет? Не, нифига. Мне олень нужен. А не, смотри, все нормально. Жижа. Фига, я самонаводкой какой-то влетаю в монстров. Так, олень, 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 пошел. Блин, нет, олень, давай еще раз. Нет, нет, олень. Ну вот я же вижу, что я могу на него. Олень. Ну гол, ну. Он сейчас должен прыгнуть коронным своим. Давай. Блин, ну не запрыгивает больше. Олень, ты меня раздражаешь. Ты все испортил. А ты разбил меня и разбил мое сердце. Олень. Я отсюда начал, так далеко. Я сейчас не столько идти. Офигеть. А я сохранился с теми ништяками, которые я там нашел. А что же нет? Ха-ха.
А, нет, не шути. Давай, иди отсюда. Ну что, тогда мы не пойдем, я так понимаю, к оленю. А, мы ж можем здесь, смотри-ка, тут какая-то... Вон тот механизм, мы должны... О, запу... Да ё-моё, это уже какой... Какой раз мы это будем? Все. Какой раз я сюда захожу и постоянно эта капля по голове шлепает. Олень, выходи. Блин, ладно, короче, на оленя забьем. Я так понимаю, что без оленя я там все равно как-то не запрыгну, что ли? То ли мне надо двойной прыжок какой-то, то ли что-то ли на пузо оленю прыгать. Я так и не понял, но нам туда надо потом будет забраться. А, тут спуск есть! Ё-моё, вы все серьезно? Тут все это время был спуск. А я оленя ходил убить. Это рассчитано наоборот на подъем, а не на спуск. А, меня кинули. Это было рассчитано реально на подъем, а не на спуск. Так, тихо. Я понял механизм. Так, я хочу сходить направо, подожди. Я вот все еще пробежал, я даже направо не глянул. А там может быть... Ага. Понял все. Что там просто так не пройти, нам в любом случае наверх. Тихо. Опять ты? Не, слабак. Так, нам надо сюда, да? О, олень! Нет, нет, тихо, тихо. Олень, давай. Чё ты так долго думаешь, олень? Ты пока разгонишься. Рак на горе, олень на горе свистнет. Иди. Мне нужен ключ. Как? О, смотри-ка. А если прям на жижу прыгну, то я просто на нее от нее отпрыгиваю. Как я тогда подобрал эту фигню? Я чё-то не помню. Надо вверх может нажать? А, во. А, ну я потом могу обойти же, я забыл. Сейчас мы откроем, я потом смогу заобойти. Все, бежим. А то думал, нифига себе, не специально делают какие хитрые штуки. Не, ну вообще так-то придумано грамотно, знаете. Вас заставляют вернуться обратно, пройти. Но слава богу, что враги не резаются. Так что это в принципе несложно. Ну, сделано клево вообще, мне нравится. Так, давай берем ключ. Как ты там делал? Вот так. Опускаем, забираем. Что тут у нас? Какой-то технириум. Очередной ингредиент, я уверен. Для прокачки, наверное, нашего, наших инструментов. Или меня, может, прокачивать будут. Так, что у нас тут? А, поселение 17. Понял все. Чтобы нам это вскрыть, нам нужен олень. С ключом. Ну или где-то там внизу ключ найти. Пойдемте. Искать будем. Кто здесь? Здесь есть кто? Так, тихо. Надо взорвать. Какой-то как ковбой какой-то. Расстреливаю свою нагана. Что надо? Так, мне надо отодвинуть. Не успел, чуть-чуть не успел. Ладно, надо, надо до конца. Просто будет, что если я пережму, оно вернется. Ну так, наверное, и сделано, кстати, что оно пережмется. Так, подожди, я понял. Давай-ка тут на...
Тут нет нигде ништяковых стеночек. Я что-то чувствую, что что-то может быть где-то припрятано. Возвращайся. Фига, мы вообще его убить, наверное, не можем, да? Нам не дано его убить. Да, нам не дано. Уходим. Красивые враги, вы знаете, довольно-таки красиво все нарисовано. Меня поражают всегда такие проекты, честное слово. Просто восхищают и поражают. Думаешь, как это все люди могут придумать так интересно и красочно? А еще если игровой процесс офигенский, так вообще... Ходишь, наслаждаешься, отлично. Сохранились. Что у нас, кстати, там по времени-то? Ну-ка, еще раз. Наиграли какое-то время с переводами-то совсем. Так, тут, походу, проход пока закрыт. Тут какой-то агент, там какие-то ключи. Всего очень много. Блин, ребята, игрушка очень обалденная. Надеюсь, вам понравилась данная игра. И просто хотите Хей, Робин. Мол, хорошо вы. Мол, рады тебя видеть. Ну, правильно, тут, походу, тоже, да, все ходят и пытаются нас, наверное... Как-то подловить, наверное. Ходили, по-любому, и у жильцов, ну, кто здесь живет, расспрашивали про то, кто им помогает и так далее. Твой брат назначил тебе еще раз? Может быть, типа на работу какую-то, да? Она имеет в виду. Но его еще нет дома. Но он может вернуться в любой момент. Он должен был уйти на работу 3 дня назад. Или может вернуться типа с работы 3 дня назад. Ну извините, ребят, у меня английский язык, вы сами знаете, что не на высоте. И я перевожу как могу, по крайней мере... Пытаюсь понять, а игра полностью на английском. Может, со временем появится перевод. Когда-то все-таки и Oldboy перевели. По-моему, эта игра достойна перевода. Что ж, ты слышала о 8 домах и агентах? Я действительно восхищаюсь тем, чем ты занимаешься. Но тебе действительно нужно начать быть более осторожной и думать об опасности. Ну, правильно, тут за нами уже слежка полным ходом идет. Если вы все еще хотите увидеть Элро, вы можете также посетить некоторых ваших друзей, если он не появится. Может быть, типа его друзей? Окей, ну что ж, я хотел попрощаться, дорогие друзья. Игрушка, по-моему, очень чудная. В нее с радостью можно поиграть и насладиться данным игровым процессом. По-моему, здесь достаточно будет механик, которые можно будет использовать. Как видели, там какие-то передвижные, перелетные. При помощи ключа много всего можно будет делать, я уверен. Мы посмотрели, да вообще практически ничего не посмотрели. Ну, как говорится, на первый взгляд многое сразу же и не увидишь. Может быть, даже мы займемся и пройдем эту игру. Но пока не знаю, как мы это сделаем и когда. Вообще, в принципе, пишите свои мысли в комментариях. Подумаем, может быть, стоит проходить или не стоит проходить. Может быть, после... Например, Гуакамили мы, может быть, возьмемся и пройдем что-то подобное. В любом случае, дорогие друзья, я буду рад вашим комментариям, а также я буду рад, если вы поставите лайк. А особенно, если вам понравилось это видео, то точно не забывайте поставить. Прокомментировать, поделиться с друзьями, добавить плейлисты и вступить в нашу группу ВКонтакте. Ну и подписаться, конечно, не забывайте, а также жмакать колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!